30 поразительных фактов о котиках. Кошки, как правило, правши, а коты – левши. Кошки не чувствуют сладкого вкуса. Мужчины, у которых есть коты, считаются более счастливыми в любви. А у меня аж две кошки. Мозг кошки похож на человеческий. За эмоции у кошек отвечают те же самые участки, что и у людей. Кошки трутся об людей, чтобы пометить их как свою территорию. Кошки у своих хозяев снижают риск инсульта и инфаркта, это научно доказано. В основном кошки имеют более низкий IQ, чем у собаки. У кошек непереносимость лактозы, поэтому им нельзя давать молоко. В мультиках нам врут. Котов лучше не кормить сырой рыбой. Причин много. Косточки от рыбы могут застревать в горле или в желудке вашего любимца. Да и вообще, короче, не давайте им рыбу. Частота мурчания домашней кошки такая, с какой скоростью мышцы и кости восстанавливают себя. То есть, когда кошка урчит, она самоизлечивается. Кошки спят около 70% своей жизни. Кошки производят около 100 различных звуков, собаки всего лишь 10. Длина самого крупного кота 1 метр 23 сантиметра. Сейчас в мире живет свыше 500 миллионов домашних кошек. Самая кошачья страна – это Австралия. На 10 человек приходится 9 кошек. Самое старое видео с кошками, размещенное на YouTube, было снято в 1894 году. Примерно половина владельцев разговаривает серьезно со своими кошками и считает это нормальным. Кошка по имени Дасти установила рекорд по численности потомства. За свою жизнь она родила 420 котят. К 6 месяцам у котят выпадает 26 временных зубов. В оригинальной итальянской версии Золушки добрая крестная фея была кошкой. В средние века кошки ассоциировались с черной магией. И в день святого Иоанна люди по всей Европе сжигали их на кострах, сволочи. Кошки вылизывают себя, чтобы перестать пахнуть человеком. Одна из легенд утверждает, что кошки были созданы, когда лев на Ноевом ковчеге чихнул, и из чиха вышло двое котят. Хотя я лично думаю, что у него из носа что-то другое вылетело. В Древнем Египте, когда домашняя кошка умирала, члены всей семьи брили брови и оплакивали свою кошку. Кошки потеют только через свои подушечки лап. Домашняя кошка бегает быстрее, чем самый быстрый человек в мире. Кошка способна узнать голос своего хозяина в разговаривающей толпе людей из 20 человек. Зрение кошки одновременно лучше и хуже человеческого. Кошки отлично видят в темноте, но не различают цвета. Кошки способны преодолевать огромные расстояния, чтобы добраться до дома. Например, в 2001 году был зафиксирован случай. Поехала семья в гости с кошкой аж за 40 километров от дома. Потом вернулись домой, а кошку забыли там. Позвонили, однако кошка убежала от гостей. Через месяц кошка вернулась домой. Худая, грязная, но вернулась. Египтяне так и называли кошек – мау. Зафиксирован случай падения кошки с высоты 230 метров. Осталась жива. И еще. Они действительно клевое создание. У меня вот их целых две штуки. Лева и Сёма. А твою как зовут? Пиши в комментарии. У тебя есть компьютер или телефон? Значит, и со зрением у тебя проблемы. Советую приложение «Зарядка и упражнения для глаз». Повторяйте движения глазами вместе с анимацией и будете здоровы. Ссылка на скачивание с Google Play в описании.